Всем привет, с вами Мила, и это Final Fantasy, мы продолжаем, я, короче, это, после последней серии, прошлой серии, посмотрела, тут, оказывается, наверх надо, можно зайти, представляете, ну, а я не заметила, ну, вот я такая незамечательная, не замечаю все тут, что я могу поделать, так, поехали. Я Джозеф, очень приятно. Наша задача — уничтожить остатки войск Империи. В городе еще осталось несколько действующих баз Империи. Маршал как раз собирает сведения о них. Встретишься с ним на месте, и можно будет начинать операцию. Понял. Ну что ж, желаю удачи. Это вот это задание — пережитки Империи. А вот насчет фоток я так и не глянула. Это надо будет глянуть. Это мне нужно будет уничтожать. Имперские базы, да, вот эти вот, которые я пыталась, но меня не пускало, потому что это нужно делать по заданию. Так. А как у тебя дела с одной очаровательной особой? Ну, о таких вещах не рассказывают. Ну да, когда ты кого-то любишь, обними покрепче и не отпускай, чтобы не потерять этого человека. Да, ну да. Минутка задушевных разговоров, хорошо. Так, ну чё, поехали? А как выйти? А. Я, правда, опять выхожу как-то не так. Как-то нестандартно. Как-то нестандартно я выхожу, ну ладно. Ой, отстаньте. Началось. Мобы эти. Так, меня наверх посылали. С кем я тут должна встретиться? Все готовы? Так-то. Нет. Я не готова, я иду вообще по заданию. Так, тут с этим чуваком. Вовремя. Как будешь готов, начнем. Так, я готова. Ну что же, пошли, парни. Началось. Начались тормоза, ё-моё. Первая база, а надо три. Отлично, мы добрались незаметно. Идемте, ваше величество. Мы перебьем их незаметно. Ой, нет, давай вот без этого, без стелса. Будем драться изо всех сил. Я не хочу стелс, идите нафиг. Какого нахрен стелса? А чё, они меня не видят, что ли? Чёрт, больше нет смысла прятаться. Мы и так их убьем, чего нам прятаться? Какой смысл? Я не люблю стелс. Не люблю, терпеть не могу. Чё? Где моя это? Мое королевское оружие? А, мы что, вдвоем, что ли? Что-то я не поняла, в смысле. А в смысле мы вдвоем? Мы реально вдвоем, что ли? А почему мы вдвоем? Секунду, а помощники мои где? А где мои друзья-товарищи? Вот этого я не ожидала, на самом деле. А почему они со мной не пошли? Чё? Маршал! Всё кончено. Маршал! Маршал! За мной!
Или типа он такой мощный, поэтому мы вдвоем. Это как-то странно. Без обид. Прошу прощения. А, и все что ли? Так мы их так разбомбим. Зачем стелс какой-то тратить задание на это время? Выполнено. Это да. Пойду на разведку к следующему объекту. До встречи. А что, до следующего объекта я сама пешком пойду, что ли? А можно так же меня переместить? Нет? Ну ладно. Нет, значит... А почему я одна? Куда мои друзья-то делись? Вообще-то я не поняла. Окей. Одна, значит, одна. Ай, началось. Ага. Началось. Это сложное задание. Я попросил Глеф нам помочь. Как только они закончат свою работу, это будет сигналом для тебя. Понял. Начинаем? Ну, тогда выходим. Третья база. А вторая там осталась. Сначала Глеф и временно отключат систему безопасности. А затем вы, парни, уничтожите врага. А что будет, если время закончится? Хороший вопрос. Система снова заработает. Задание будет провалено. Чем быстрее будем действовать, тем лучше. Точно. А-а-а. Надо быстро-быстро, да? Не тормози! Сникерсни! Все вместе! О, блин, это... Я должна прям быстро-быстро... Ликвидируйте часовых. А, часовых. Подожди. А где часовые? Я что знаю. Мне нужно часовых ликвидировать. А где они? Это не часовой. Это штурмовик. Ёптить мне, да это не будешь тормозить? Все за мной. И это за 4 минуты я должна успеть сделать, серьезно? Да бей, что ты стоишь-то, господи, что ты тупишь-то? Ну серьезно. Стоит, что-то стоит. Каких часовых я должна убить, не понимаю. Этих что ли часовых? Гладио. Есть у меня подозрение, что мы не успеем. За мной. Ой, у меня тут будильник сработал, потому что мне сейчас по идее надо идти. Идти бить этого Камоса, блин. Но я вот всегда записываю. Самый момент, когда это. Идем дальше. А, все что ли? Скорее, мы еще не закончили. Как-то просто. А, это что, не все? То есть я за 4 минуты должна одного вот такого робота, что ли, убить? А я... Совсем. Ай.
часового я должна убить. Кто из них часовой? Ай. Маршал, за мной! Проваливай! Ой-ой-ой, огонь это плохо. Конец тебе! Так, там кто-то еще пытается меня это. Это снайпер. Падай! Давайте бейте ему ногу эту. Да, блинский, блин. Знаю, этих надо бить, нет? Ну, чтобы не мешали. Маршал, так, со мной! Ой, все мимо, ну ты чё? Все кончено. Приготовься! Давай, добиваем. Прошу прощения. Сегодня не твой день. Слишком медленно. Нормально, нормально. Нормалёк. Все, что ли? Еще один готов. И еще один остался. Сейчас в базе будет абзац. Так, в базе будет абзац. Мне сейчас надо будет это. Наверное. А, все, что ли? Осталась только одна база? Так, а где выход? Надо будет остановить запись. Ну, потому что, блин, в час ночи идти на этого Камоса из Black Desert тоже как-то не ахти. Нужно всего-то три раза сходить. Вот ёптить, медь, не тормози ты, господи. Игра. Далековато бежать, но я хотя бы добегу до того места. Если игра не будет тормозить, то я добегу. Ой, опять там эти мобы, господи. Мобов я просто пробегаю. Ты справишься. В безопасном месте каком-то надо будет остановиться. Еще 3 минуты есть. Ну, 3 минуты я начинать не буду, потому что, ну, единственное, я с ним поговорю. Ой, извиняй. Пришел, чтобы я упустил такой шанс. Готов? Да, буду готова, но чуть позже. Так, продолжаем. Хорошо. В этом здании находится арсенал имперцев. Тогда это важная тактическая цель. И какой у нас план? Войдем через главные ворота. Проще не бывает. Вот это дело. Так, ну это последняя база. Просто она типа по счету вторая. Все вместе.
но бью я ее третий. Ликвидируйте имперских солдат. Вообще без проблем. Вообще без проблем. Ликвидировал. Дальше что? Все за мной. Я сейчас с удовольствием. Маршал, за мной! Ничтожество, вот и все. Быстро мы с ним разделались. Это прямо быстро. Ой. Блин, ну то, что он взрывается, конечно. Сюда, вперед. Вот и маршал! Прошу прощения. Убирай, какое оружие больше наносит. Походу вот это. Трезубец. Или как-то, ну, да, трезубец. Гладио. Какой Гладио? Я вообще-то маршала призывала. Еще кого-то надо бить. Давай. Маршал. У маршала прям хорошая атака. Можно мне твой меч? Твой меч хороший. Блин, мимо. У меня есть то, что нужно. Конец тебе! Ну как ему этот кольцо будет наносить его? Ай. Да? Ну это так, не особо сложное задание было. Вот с фотографией, походу, опять придется в Google лезть. Ну, с базами мы разобрались. Думаешь, что Глефы теперь и сами справятся? С форой, которую ты им дал? Еще бы. А когда они закончат, Инсомния снова станет нашей. Вернитесь к Джозефу. Так, ну это мы вернемся, это без проблем. У нас есть карта. Вернуться к месту отдыха. Джозеф. У него здесь лежит старая книга. Парни, благодаря вам мы уже почти очистили Инсомнию от имперцев. С отдельными дезертирами мы и сами справимся. Спасибо вам. Да без проблем. Так, теперь вот надо с этим заданием разбираться. Какой там нужен ключ? Непонятно. Вот этот королевский город без короля. Придется лезть в Google.
Короче, не знаю, я посмотрела, но мне это ничего не дало. Чувака вообще, походу, такого места нет, где надо дверь открывать. Либо он в это место прошел как-то по-другому, что ли. Я не совсем поняла. Показывает наверху. Ну, вообще такого места я не увидела. Почему-то. Понятно, почему. Я буду это смотреть. Как бы нарисовано, написано. Подожди, может быть, по низу пройти надо? Мне кажется, но мы здесь никак не пройдем. Нет, нам надо выходить, это по-любому. Это по-любому надо выходить. Здорово, чуваки, я с вами не дерусь. Мне нужно понять, как туда попасть. Он вообще туда не ходил, как бы. Я вот запись смотрела. Пошли, окей, так, нам надо по верху пройтись. Первый у него там какой-то фонтан. Вообще. Это что за... Как туда попасть? А я не понимаю. А, подожди-ка. Теперь это место вообще в другом месте, что ли? Видите, походу, это зависело от прохождения каких-то квестов, судя по всему. Сейчас посмотрим. Настырные черти. Да эти черти задолбали с ними драться каждый раз. Смысла я не вижу. Не вижу смысла. И тут эти черти, ты серьезно? Я хоть правильно иду? Вроде да. Свидание. А, ну. Чё? А, вот сейчас, значит, открылось. А почему оно тогда не открывалось? Я что-то не пойму. Здрасте, приехали. А почему оно тогда-то не открывалось? Ну, видать, нужно было пройти вот это вот квест, вот этот, наверное. Который с базами-то связан. Что он же мне, я же несколько раз сюда приходила, он мне писал, ну вот, вот этот фонтан. Он же мне несколько раз писал, что типа это, что ключ нужен. Интересно. Так, сфотографируйте, сейчас сфотографируем вообще. Давай так. Тоже не подходит? Ближе? Дай ближе. Чё надо-то, ёптить медь? Чё она от меня хочет? Ё-моё! Опять она меня заморозила. Это из-за неё, скорее всего, она мне сфотать не дала. Он окаменел. Он окаменел? Ёж моё ж. Я потрясён. Как же хорошо потянуть. Это был кошмар.
Прошу прощения. Скверно. Ромка. Да что ж ты меня замораживаешь-то постоянно, задолбал. А я думал, ты теперь всегда такой будешь. Это был кошмар. Гладя. Вот тебе. Отлично, Гладио. Это не сейчас. Все за мной. Я сейчас. С удовольствием. Вперед. Так, хорошо. Вот как это надо сфотать, блин? Кролей. Великолепно. Вот я вот здесь стою. Фотографировать. Как надо это сфотографировать? Каким образом? Приблизить или отдалить? Давай приближу. Нет? Так. Как? Издеваешься надо мной? Выйди из кадра. Да как это надо сфотать-то, ёж-моё ж? Ну, и чё? Я так же фотаю. О, господи, кто это придумал такие квесты? Ну, серьезно. Этот снимок наверняка ей понравится. А, надо было вот так вот, да? О, боже мой. Помню, как мы здесь тусовались. Так, ладно, тусовались, возвращаем. Да в смысле? Хорошее было время. Да, сколько всего было. Ног-то помнишь, как тебе врезала та девчонка? Ой, хватит трындеть, давай возвращаться. Помню, конечно. Чувак, у тебя был такой перепуганный вид. Все, хватит трындеть, господи, мне надо возвращаться. И трындят, и трындят, да. И трындят, и трындят. Так, все, сдаем до задания, и все получается по сюжету, пойдем дальше. Вихариков. Куда она делась-то? А куда она делась-то? Вот снимки. А, не супер. Нам очень пригодится собранная. Не заметила. Большое спасибо. Ой, капец. Мы тоже сходили не зря. Поностальгировали. Еще раз вспомнили о своем долге. Пожалуй, нам уже пора. Да, пора все по сюжету идти. По времени, в принципе, нормально. Нужно пойти. Так, все у нас получается с заданиями здесь. Да. Исцеление инсомнии. Ну что, пошли. Блин, опять выходить, опять бежать. Ну а что делать? Придется. Зато вход в базу не надо искать. Сразу сюда просто возвращаемся и все. Отправляйтесь к цитадели. Все, пошли к цитадели. Приехали и уехали. Еще надо было передохнуть. Ну да ладно. Да.
Так, я хоть правильно иду? А где вход вот в цитадель-то эту? Вопрос на миллион. Смотрим по сторонам. Вопрос на миллион. Где вход в цитадель? Когда надо, хрен найдешь. Где-то здесь мы с песиком дрались вроде бы, нет? Вроде где-то здесь. Да, вроде бы. Поехали. Да, мы готовы, да-да-да. С Ардином. Ну, так я его жду, блин. Жду, не дождусь ему накостылять. По мордасам надавать. Да мы здесь с ним будем драться? Такое место, мост не очень удобное. Давай ему уже Ифрит, обитатель преисподней. Накостыляем. И он не разделяет любовь Гласии к человечеству. Но вам он окажет самый теплый прием. Ифрит это огненный там, типа. Я буду ждать вас наверху. Голем или кто там? То есть помимо Цербера он нам еще Ифрита, да, предлагает. Окей. Ну да, это огненный чувак. Вот надо лед было взять сейчас против него. Жара. А, в смысле, сразитесь с Ифритом. Ну пошли. Надо лед было поставить, ну да ладно. И так справимся, надеюсь. Эти стихи, они быстро кончаются. И... толку от них особо я не вижу. Ну что, поехали? Куда? Скорей, пока он опять не ударил. А куда? Сейчас ударит! И как с ним драться? Стойте! Я прикрою тебя! Держи. Ну поехали, чё. Ой, жжёт он, жжёт, конечно. Жжёт. Отпусти меня, собака. Слышь. Вот тебе. Проклятие. Да, больновато он бьет, конечно, это факт. Это еще что такое? Это нам помощь пришла, да? Ультима меч. Это мне? Спасибо. Фига он уворачивается. Вот это ты уклонист от бога, конечно. А что это у нас глаза розовые стали? Красивенькие. Мы какую-то силу получили, да? Ледяной меч. Нормально. Даже сражаться не пришлось. А, нет, сука. Значит, ему и этого мало. Походу. Теперь еще хуже. Из огня, да? Сами знаете. Надо его потушить. Как? Надо лед взять, блин, было. Но для этого надо в снаряжение зайти, Ноктиса. И, к примеру, вместо... Блин, я кольцом вообще не пользуюсь, получается. Вместо кольца взять лед, к примеру. Нет? Пойдет так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой, это было больно. Как
Что-то не потушила я его ни хрена, да? Поэтому я говорю, этот, вот эти все стихии-то не использую. Почему? Потому что бесполезно это все. Ненадолго что-то хватило этого льда. Сейчас. Сегодня не твой день. Ну вот что, я лед применила, а толку-то? А толку-то? Никакого. Неплохо, Промт. Но сейчас. Я как по воздуху бью. Огонь все. Пусти назад. Неплохо. Ну да, что-то бесполезно вообще. Может быть, лед все-таки. Готовы? Не подставляйтесь. Слушай, на. А? Я. Не, ничего. Так, что-то больно. Как скажешь. Что-то больно мне и больно кому? Промто. Ага. Не знаю, я ему еще наношу. Урон-то. Гладио. Вообще, по-моему, бесполезно. Как мне его погасить? Отлично, Гладио. Как бы лед-то у меня тоже не бесконечный, так-то, если чё. Так, а льда уже нету. Подожди, а как он делается? Элемантия. Элемантия. Допустим. Создать. Окей. Лёд, и чё? Вот этот лед не особо, говорю, опять же, помогает. Без обид. Надо набрать вот эту вот свою божественную силу. Гляди. Мне ему пофиг, да, вообще? Я что-то наношу, смотри. Короче, когда он не горит, я ему урон наношу, получается. А когда горит, ни хрена не попадает. И все мимо. Отлично, Гладио. Ну как сказать, отлично. Я бы так не сказала, конечно. Что-то лед ни хрена ему нет, не работает. Отлично, Гладик. Так, ладно, эликсир надо выпить. Как потушить, а? А как потушить? Я льдом пытаюсь, но это не помогает. Огонь огнем не одолеть. Да, логично. Логично. Что там мой лед? Где он? Как ему нанесешь этот урон, блин? Ну чё? Да ему пофиг на лед вообще. От слова совсем. И вниз. Понял. Ну чё, я там наношу ему, нет? Что-то? Я не вижу просто. Вот тебе. Игнис.
У меня есть то, что нужно. Отлично, Гладио! А, у него же какое-то, да, стихийное сканирование, что я им не пользуюсь. Мертвое пламя, но вообще чуть-чуть не ледяной ветер смерти. Моя твоя не, не понимать. Парни, берегите! Почему мой лед еще и на них действует? Вот это непонятно. На самом деле. Альт, призвать. Кого призвать? Ну я нажимаю. Два варианта. Да, два варианта. Или сто. Точно. Промпта. На огонь взрывным ударом, конечно. Такое себе. Я потрясил. Ну ему так-то чуть-чуть осталось, только я чуть ничего не наношу ему. Где он? Да я его не вижу, где он находится вообще. Где я нахожу, где он находится? Ничего не вижу, где я вообще? Ай. Все, у меня лед кончился, да? Да ему добить его осталось-то там чуть-чуть, ну ё-моё. Конец тебе! Отлично, Гладио! Все, он уже почти. Гладио! Ну я жму альт, ты чё? Не призывается нифига. А ты метко стреляешь в темноте. А, всё что ли? А, это вот её призвать надо было. Это по сюжету так надо было. Алмазная пыль. А, заморозила его. Красава. Молодец. Красотка. Спи, любимый. Это ее любимый был? Пусть твоя душа обретет покой. Так. Ноктис. Боги всегда прибудут с тобой. Окей, спасибо. Я дал слово. И не нарушу его. Блин, ну с Ордином мы будем сражаться, наверное, уже в следующей серии. Избранный король справится с Эфритом на обычной сложности. Ну и ладно. Ну и ладно, мне большего и не надо на обычной сложности. Блин, ну идти сейчас к Кардину, это же надолго бойня будет. Я бы, наверное, знаю, бы отдельную битву сделать. Ну, в отдельной серии, ну как бы 33. Ну ладно, давайте, может, подеремся. Пусть, если что, серия будет около часа. Это было весьма впечатляюще. Что понравилось, то ли еще будет. Жду не дождусь нашей встречи, но боюсь, так просто тебе а, не пройти. А, тебе, до тебя еще тебе добраться надо, да? Короли былых времен. И вы будете лупить друг друга. А я на это полюбуюсь. Тут еще пока до него доберешься. Это древний король? Свиреп. Берегись! Значит, драки не избежать. Деваться некуда. Иначе нам не пройти. Нам нужно во что бы то ни стало защитить Нокта. Не волнуйся за меня. Конец тебе! Не мешай нам. Ладно, я понимаю. Это будет та самая булава. И
Знаешь, это достойный противник. И то я. Да, хпшки у него много, но... Пойдет, нормально, справимся. Гладио. Чё Гладио? Капец у него хп. Аж что он разозлился. Ну я и говорю, свиреп и рассвирепел еще больше. Ну ёшки-матрёшки, что такое? Где он? Чё за стелс, я не поняла. Чё за инвиз, вернее, не стелс. Ну, пол хп мы ему сбили, нормально. Так что битва с Арденом будет в следующей серии по-любому, потому что пока мы еще до него дойдем. Я так понимаю, это не последний босс перед ним. А чё так больно-то, слышишь? Так, кто там вынес в опасности? Где я? Ничего не вижу. Меня зажали, я ни черта не вижу. Где я нахожусь вообще? Надо накапливать это. Вот этот меч быстрее всего накапливает нашу вот эту силу королевскую. Блин, он ставит щит, офигел что ли? Он еще и щит ставит, псина такая. Слышь, так нечестно. Давай я разберусь. Давай. Нажмите блок, чтобы блокировать вражеские атаки, блокировать непосредственно перед атакой. Потерянный атак, получение урона, гладиолус также накапливает ярость. Если не вырается, вы машина. Когда доблесть гладиолуса достаточно высока, жмите F, чтобы выплатить одно из искусств. Из его искусств глефы в арсенале гладиолуса есть несколько разных искусств глефа, чем выше его доблесть, тем мощнее его атака. Чё? Что-то новое. А чё, я играю за гладиолуса, что ли? Это окна, наверное? Я вроде его не выбирала. Сегодня не твой. Я твой щит и пойду за тобой в огонь и в воду. В общем, я всегда прикрою тебя, что бы ни случилось. Это так надо было, видно. Я был сам не свой. Прости меня. Однако. Однако. Окей. Ты цел? Да. Да. Этот щит несколько прочнее, чем может показаться. Нам нужно идти дальше. Вперед. Я даже не знаю. Пошли, в принципе, еще есть а время. Внутри свет. Он сидит и ждет гостей. Он жаждет этой встречи не меньше нас. Думаешь, лифт работает? А, похоже на то. Словно. За ручку нас ведет. Ну и что? Зато не надо подниматься пешком. Чё и где лифт? А, вон туда. Ну не знаю, ладно, давайте продолжим. Опять же, если что, я разделюсь и... Чё лифт?
Где лифт? А чё лифт? А, надо нажать. Ну логично, что лифт надо вызвать сперва. А, надо нажимать. Ой, прям как в реальности, ё-моё. Теперь нас ждет тронный зал. Ага. И Арден. Расхозяйничался тут. Пора его выдворить отсюда. Да. Сегодня же. Так, сегодня же, но, наверное, это будет... Блин, хотел сказать, в следующей серии. То, что по времени-то надо заканчивать уже, по идее. Ну ладно, если что, разделю серию. Здравствуй, король. А, нет, еще какая-то разбойница. Подожди, еще не конец. Ну давай убьем разбойницу, и на этом точно закончим. Будьте начеку. Гляди. Тена, псина, блин. Ну так нечестно, ну у меня этот идет. Она готовится напасть. Ё-моё ж. Всю эту свою. Тена. И чё, и где она? Где она готовится? Ах ты, собака. Это из-за яда? Кладио. Еще одна инвизерша, ё-моё. Да ты задолбала, серьезно тебе говорю. Не отвлекайтесь на её. Так-то у нее хп не особо много. Промпта. Гладио. Убью тебя. А я тебя. Похоже, ах ты, зараза. Ситуация изменилась. Чтоб тебе! Вижу тебя. Ах ты, собака. Вижу тебя. Свои сюрикены кидает, ты посмотри, что делает. Похоже, ситуация изменилась. Есть! А, я попала, я попала. Ром, ты едва держишься. Да нормально. Так, ну что? Мы теперь за него играем, что ли? Ай! Творишь? Что мы должны стрелять? Меня она не обманет. А я не вижу. Да ё-моё, ты задрала. А, у нас еще вон есть какие-то сполох цепляет про яркое. Вон у нас что есть. Но я обязан. Он всегда мне помогал. А теперь. Теперь моя очередь ему помочь. А, FF надо было нажать, блин. F.
избранный. Верни миру свет. Вернем, но это будет в следующей серии. Это уже все, надо заканчивать. Сейчас будет перерывчик, я надеюсь. Спокойно. Хороший был бы я друг, если бы я вел себя спокойно, когда ты в беде. Все нормально. Идем дальше. Так, сохранение прошло. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока-пока.